Бездомный мужчина будет похоронен на Ватиканском кладбище. По сообщению итальянских СМИ, этот беспрецедентный жест одобрил Папа Римский Франциск. Вилли Хертелер – бездомный мужчина фламандского происхождения, проживавший в Риме, в последние годы часто просил милостыню около собора Святого Петра в Ватикане. Однажды он не появился на своем привычном месте, и один из священнослужителей собора поинтересовался его местонахождением. Так стало известно о смерти нищего в возрасте 80 лет. Священник попросил у Папы Римского и получил от него разрешение похоронить Хертелера на Тевтонском кладбище, смежном с Ватиканской базиликой.